Так, друзья, очень известный бродик. Кто тут только не тонул. И геленваген, и вранглеры. И Андрюха тонировка. В общем, место проверенное. Уровень воды, ну не знаю, сейчас посмотрим. Как-то он тут не зависит ни от чего. То больше, то меньше. Так, белый дельфин. Молодым пилотом во главе идут прорыв. Я уже их подпер, у них выбора нету, куда ехать. Знают дорогу или нет, сейчас посмотрим. Не надо. Нам нужны просмотры, да, Ян? Женя, направо, направо, Женя. Не так, как Джимми, а направо. Давай назад. Леня, если ты еще и через эту яму проедешь... Легко, да? Не дави руль. Ну, тупо рамой. Рамой упирается в стену. Ну да. Еще и роет дубляка. Рот! А сзади что? Давай назад выйдем. Давай вернуться. Тащил назад. Просто да, равняет дно. Просто равняет дно. Рост! Нет, ты так что-то сломаешь себе руку. Мозг. Даже упирает там. А у него самоблок сзади? Да не рой, лучше... Лучше сдавайся. Русик, дай я отъеду.
Не пошли. Там все подперли. Чтоб ты не... Ой, не пошли, не пошли. Все, конец. Руслан, это было невероятно. Мы проехали, уже я тебя дернул. Мы думали, вы все здесь. Там надо обернуться, а если там застрял. Ты можешь подъехать? Так он не тут застрял, а там. Я думаю, здесь не тащить. А, он застрял? Есть лопата? А ну, нету. Блин, фух, засмотрелся и не снял. Так, друзья, ну вот такая эта яма. Видите, тут просто какой-то цемент, даже по цвету, обратите внимание. Тем не менее, поборолись, почти проехали, немножко испачкались тут. Сейчас поэдем спасать, там L200 и патрол где-то застряли. Вот он, главный спасатель Малибу и Киева. Смотри, как бородач-то я подрыл. Смотри, как ему стрёмно теперь. Я там копнул нормально, да, в ту сторону? Что, невероятно. Там и нам сейчас будет весело. Ханы бабай проскочили. У нас колеса шире просто. Ты машина лучше. Да не, ну ты чё, это иномарка немецкая. Блин, что ты сравниваешь с УАЗом? Стекло грязное немного. О, сейчас отмоемся. Спешим на помощь. Так, тут есть альтернативный Давай. Выход, смотри. Давай, берем левее и обходим его в повороте. Это гонка Формулы-1. Пойдем. Что там у нас? Вторая пониженная. Все, поехали. О, блин, как он это делает, этот... У вас просто невероятно. Как ты это делаешь? Маньяки, 100%. Твоя машина просто показывает невероятные результаты. Никогда такого не видел, чтобы с нее вылезали хотя бы задом. С этой ямы. Назад было трудно. А выехал. Второй раз, конечно, уже по прокопанному. Но, как говорится, дается шанс всего один. Ты его использовал и опять заехал. Мы поборолись круто. Фу. Да у меня аж ладошки потеют. Там, наверное, где-то сидит он, там, где и лебедился, я думаю. Там, где и лебедился, да. А у него что, проблема с гидроусилителем, да? Нет. Он наскочил там на что-то и вырвало у него там что-то. Рейки вроде как. Наскочил на что-то и вырвало что-то. Да, да, ну типа того. Посмотри, какой у него не клиент. Это просто фантастика. Да. И все равно, и все равно задом он там ни разу не выезжал. Ему бы раза в два вес бы сбросить, но цены бы ему не было. Так. Так, тормоза. Тормозов нет. Я забыл. Проверить их надо было. Давай вот сюда мы поедем. Тут очень глубоко было, но там глубоко. Да, глубоко конкретно. Паша залетел. Я думал, они тут где-то сидят. Да? Я думаю, что они уже вытащились. Рус, я думаю, что они уже вытащились и поехали куда-то, наверное, в объездную, что ли. Да нет, они сказали бы. О, вот он. Смотри, тут этот ехал. Женя на своей Ниве, представляешь? Как он тут ехал? Он тоже парень невероятный. Рыбак, что там говорить? Они все рыбаки такие. Жесткие, да? Жесткие. Так, а где твоя рация? У меня нет. А, вот они. А что они здесь? А как они тут оказались? Посмотри, в какую яму он упал. Это я накопал на заднем приводе, тут ехал. Ну-ка, что тут? Оу, ты что? Держись, надо говорить мне, держись. Ты не видел, как бородач туда упал? Ну я видел, но я не ожидал, что мы сейчас так. Стоп разбил, у него что-то оторвалось. А, и вообще не едет.
вытащили, а ну, да? Давай, смотри. Машина убийца просто. Положу семечки здесь. Ого-го. Это были серьезные повреждения. Сегодня с утра она еще была целая. Сань, адреналин? Что они делают с этой машиной, я не могу понять. Заталкивают ее куда-то в дерево или что? И в дерево въехал, да? Да, я дам разматку. Крис, что? Что у вас происходит? Руля нету. Надо ехать вперед. Руля нету совершенно? Вообще. Все, он заклинил, да? Не просто руки пицца, а колеса нет. Ага. Надо, я поеду чуть-чуть на небо. А что вы хотите? Думаете, что он расклинит или что? Не, тащи его. Так, ну что-то непонятно. Получается, у нас руль абсолютно не работает, машина бьется об все деревья, едет. Стой, стой! Давай. А куда ее переключить? Я, короче, вот так крутнул. А ну! Это размотка, стой! Есть, перекрутил. Перекрутил, пробуй. Стой, все равно... А, все, смотка. Оп. Получается, руля нету, они ее тащат и бьются обо все деревья. То есть вот таким образом вы и тащите ее? Да. Прикинь, я сам проехал. Крис, а ну попробуй вперед! Я просто в ахере. Тихо. Это какая-то нора какая-то. Хотел сделать обзор, что там кожаный салон. Сидухи от Мерса. Сидухи от Мерса. От ML-ки, да? Ну, выглядят, да, как что-то. Стойте, подождите, ребят, то, что вы делаете, это трата времени. Давайте возьмем подкат. Заедем передними колесами и уедем. Это, ну как так ехать еще? Так ехать километр. Ну да, там. Ну, сколько вы будете ехать? Я быстрее в Киев за подкатом мотну. А у тебя есть? У тебя есть? Давай. Может не подойти. А если надо, а он середину срезать, а он не хотел свой давать. А если же он не мог залебедиться? Под самую жопу. За патрол. Не, ну патрол просто не такой высокий. Да, мы бы тебя и что он даст? Не знаю. Давай посмотрим, что оторвали. Так не, там можно колесо положить. Я думаю, что рулевой этот. Сошка. Стой, слушай. Сошка, скорее всего. Не, ну там... Не, у нас тут у всех СТО, мы сейчас разберемся. Открывай. А там видно что-то под капотом? Нет. Ну, вал не видно. Заработал датчик. Ничего нет. Есть, только не работает, как у меня. Саня, Сань. А еще ключка. Саня, где твой малой? Да не пищит. Сзади. Сзади спит? Да, он. Да нет. Улыбается, счастливый. Кайф, ну все. Хорошо. Так, блин, ни хрена не видно, Витя. Где? Ну, там крестовина, но я думаю, она где-то вот соединяется, ну и она со защитой. Вот тут у него бачок для этой. Я думаю, что крестовина, ну на выходе там, вот она там и отлетит. Руль крутится, да? Ну, надо посмотреть, да, вал это или что это. Ты можешь руль покрутить, посмотреть, как она вообще. Так где, не видно ни хера, блин. Все в защита, блин. А, да, там все просто. Правда, сейчас все просто. Тут можно это самое, на самую-самую короткую и тянуть. Юзом? Ну да. Не, между ними положить колесо, чтобы они бились и аккуратно. Какое бились? Давай между твоей положим, пусть бьется. Ну, я бы спокойно это сделал. Ты даже не сомневаешься. Даже не... На УАЗике на вас? Да, на УАЗике, могу и на Опеле. Понял? Ну, давай, на Опеле. Руслан, сейчас будет контент. Подожди, а, видите там?
Опеля нету тут. Витя есть, Опеля нету. Придется решать. Видно тебе? Да, в салоне нашел. Ну, где-то вот тут вот рассоединилось. Ну так давай там разбирать, значит, что. Сейчас специалиста я вызову. Витя! Я здесь. Ты в РВЛ-200 разбираешься? Да, жесткий. Я сейчас разберусь. Синий Митсубиси на одно лицо. Давай сейчас. Сейчас Макс подвезет саперскую лопатку. Не надо Макса. И отвернитесь, чтобы не видели. Мы как медвежатники работаем. Накрываемся вот так вот. Ну сейчас накроем тентом с газика, да, вас? Да. Надо это... Так, друзья, Витя, покрути руль на секунду, покажи людям, что произошло. Видите, руль... Так, здесь он крутится. Получается, у нас карданчик, вот, который прям здесь за... Который карданчик выходит с салона, вот он, да? Вот он, прям здесь вот отломанный. Вот.